Здравствуйте, уважаемые коллеги. Просим прощения за небольшую задержку. Чуть-чуть прибавить время вебинара. Вы знаете, что время нашего вебинара достаточно ограничено, с 14 до 15 часов. Но в свою очередь, в связи с таким небольшим опозданием, мы увеличим время до 15-15 минут. Итак, всем здравствуйте еще раз. Уже у многих начались летние отпуска, каникулы, но мы с вами возвращаемся к вопросу обучения. И в свою очередь, тема, которая сегодня будет рассматриваться, это тема написания сочинений в начальной школе. И так как времени не очень много, начну, собственно говоря, сразу с сочинения. Я сейчас это сочинение, которое представлено на доске, прочитаю. Его можно найти и в интернет-источниках. Там оно значится как сочинение ученика третьего класса по картине Остроухова «Золотая осень». Пока я буду читать это сочинение, попробуйте оценить его как учителя и поставить определенную отметку. 2, 3, 4, 5. Кто-то может поставить двойную отметку, но двойную здесь поставить трудно, потому что, в принципе, у нас, собственно, ошибок здесь в данной работе нет. Поэтому читаю сочинение, а вы, пожалуйста, да, поставьте мне в чате отметку за данное сочинение. Художник Остроухов был пейзажистом. Он создавал пейзажи настроения. Картина «Золотая осень» – одна из известных его картин. На картине изображена лесная поляна. На переднем плане мы видим два дерева – это клен и осина. В центре картины вьется узкая тропинка, манящая нас в глубину леса. На ней две печушки. Они что-то ищут в траве. Вдалеке виднеется густой лес. Вся земля покрыта опавшими листьями. Они еще не успели поблекнуть и лежат желтые и свежие, как золотой ковер. Глядя на картину, которую нарисовал художник, ощущаешь покой и безмятежность. Все окутано тайной. Хочется пройтись по тропинке в глубину леса и разгадать все эти тайны. Картина вызывает легкую и светлую грусть. Ну вот, в свою очередь, опять же, уже стали появляться отметки. У кого-то это 5, у кого-то это 4, но, собственно говоря, никаких плохих отрицательных отметок за это сочинение нет. Поэтому давайте мы с вами теперь посмотрим, как учителя, что же мы, собственно говоря, должны будем поставить за эту работу ученика. И в первую очередь давайте мы с вами посмотрим и определим тему и главную мысль сначала вот каждой части, каждого абзаца этого сочинения. И вы видите, что даже зрительно здесь мы видим, что в этом сочинении есть три абзаца. Итак, анализируем содержание текста, определяем тему и главную мысль первой части. Художник Остроухов был пейзажистом. Он создавал пейзажи настроения, картина «Золотая осень» – одна из известных его картин. Но если бы это был отдельный текст, то, соответственно, мы могли бы сказать, что в этом части текста, в этом тексте идет речь о художнике Остроухове. И в свою очередь каждое предложение, по сути дела, подтверждает названную мною тему. Что он был пейзажистом, что он создавал пейзаж настроения, что у него есть известная картина под названием «Золотая осень». Давайте попробуем найти же в этой же части, что самое главное хотел сказать автор этой работы, автор этой части работы. Но, вероятно, главная мысль, идея заключается в том, что художник Остроухов создавал пейзажи настроения. И отсюда, соответственно, вот одна из известных его картин, картина «Золотая осень», точно так же является пейзажем настроения. Да? Таким образом, что получается? Что в этой части сочинения, в этой части текста речь идет о художнике. Давайте посмотрим. И еще раз обратим внимание на вторую часть сочинения. На картине изображена лесная поляна, на переднем плане мы видим два дерева, это клен и осина, в центре картины вьется узкая тропинка, манящая нас в глубину леса, на ней две печушки, они что-то ищут в траве,
Вдалеке виднеется густой лес, вся земля покрыта опавшими листьями, они еще не успели поблекнуть и лежат желтые и свежие, как золотой ковер. О чем здесь идет речь? По сути дела, тема этого текста о картине, да, о содержании картины. Причем в этой части текста идет перечисление того, что мы видим на этой картине. Если бы мы попробовали определить главную мысль этой части текста, то это было бы достаточно затруднительно. Но, скажем, некоторые могли бы сказать, что главное здесь что? Что листья, осенние листья, которые желтые и свежие, лежат как желтый ковер. Но при этом, опять же, да, то есть о желтых и листьях говорится-то ведь прежде всего только не в каждом предложении, да, а в части предложений. А дальше идет описание вот многих тех объектов, которые на картине представлены. И надо сказать, очень часто, да, в детских сочинениях именно так это бывает. И попробуем точно так же поработать с третьей частью сочинения. Глядя на картину, которую нарисовал художник, ощущаешь покой и безмятежность. Все окутано тайной. Хочется пройтись по тропинке в глубину леса и разгадать все эти тайны. Картина вызывает легкую светлую грусть. Тогда о чем же идет речь в третьей части? А в третьей части автор говорит о своих собственных чувствах, о своих собственных настроениях. И в свою очередь главное, что хотел сказать автор, что у меня эта картина вызывает легкую светлую грусть. Таким образом, что получается? Что каждая из частей этого текста соотносится с определенной темой. О художнике, о картине, о содержании картины, даже если быть более точным, и о своих настроениях и чувствах, да, о своем впечатлении от картины. Тогда, в свою очередь, что же получается, что как объединены все эти темы, да, и все эти мысли, которые хотел выразить автор? По сути дела, никак. Да? То есть, почему никак? Потому что, в свою очередь, в этом тексте сочинения нет чего. А нет самой темы. Почему сочинение это ведь не получилось? Ведь, по сути, за это сочинение нужно было бы поставить не четверку и не пятерку, а, собственно, отметку 2. Потому что тема сочинения, общая тема сочинения, которая связывала бы все три части текста этого сочинения, и которая работала бы, да, на определенную идею и главную мысль, не была представлена в сочинении. Все эти три части разрознены, да, а поэтому, в свою очередь, и встает вопрос, что именно поэтому сочинение по этой картине не получилось, и тема не раскрыта, главная мысль не определена, названия сочинения нет, поэтому, в свою очередь, большей отметки, как двойку, мы поставить с вами не можем. Теперь давайте посмотрим, да. Что значит тема не определена? Ведь мы же вроде как говорили, что автор этого сочинения пишет и об этом, и об этом, и об этом, да? Но в свою очередь, это общая работа, да? Общее сочинение, да? Значит, он, автор этой работы должен был совершенно точно определить, о чем он хочет сказать, да? О чем он хочет сказать или о ком он хочет рассказать в своей собственной работе. О художнике Остроухове? Тогда, в свою очередь, да, все, что мы будем писать, будет так или иначе связано с художником Остроуховым. Да, и тогда, в свою очередь, и главная мысль этой работы может быть выражена как? Что Остроухов, да, это художник, который пишет пейзажи настроения. Да, и тогда, в свою очередь, мы описывали бы картину с точки зрения того, что одна из картин Остроухова, картина «Золотая осень», также, да, отражает тему «Пейзаж настроения», да, и тогда, в свою очередь, если это пейзаж настроения, да, то какие чувства вызывает эта картина у нас с вами, да, у тех, кто эту картину рассматривает, у тех, кто с этой картиной знакомится. Если мы для себя, да, выбираем другую тему, да, то есть и мы главное, о чем должны будем сказать, это об осени, да, о золотой осени Остроухова, да,
то тогда, в свою очередь, и все сочинение будет посвящено чему? Вот тому, как художник Остроухов описывает золотую осень. Какая она, да, золотая осень Остроухова? Или, да, если мы хотим сказать о своем собственном впечатлении, да, какие чувства вызывает эта картина у нас, да, какие чувства вызывает образ осени, созданный Остроуховым, тогда, в свою очередь, это другая тема и другая главная мысль, которую мы хотели бы донести. И это очень важно, и это главное, что я сегодня должна была бы проговорить. Таким образом, что получается? Что когда наши дети пишут сочинения по картине, а сочинение по картине – это одно из важных, главных направлений, да, в развитии речи, в развитии умения создавать творческие тексты, в развитии умения писать эти тексты, в свою очередь является наиболее трудным и является наиболее, ну, скажем, то, что вызывает наибольшее количество ошибок. Поэтому, в свою очередь, если уж мы берем сочинение, да, и рассматриваем в своих рабочих программах тему как сочинение по картине Остроухова «Золотая осень», сочинение там по картине Левитана «Золотая осень», сочинение по картине Поленова, сочинение по картине Шишкина, мы должны прежде всего, отразив в сочинении, в рабочей программе и в журнале тему сочинения, описания картины, для детей прежде всего определить тему сочинения, по которой они будут писать. И вот тогда, в свою очередь, если бы эта тема сочинения была определена, не просто сочинение, описание по картине «Золотая осень», а, например, да, «Осень», картине художника Остроухова, то тогда, в свою очередь, мы должны были бы писать об осени, да, картины художника Остроухова, да, то есть какой он ее увидел и как мы ее воспринимаем. Или почему картину Остроухова «Золотая осень» можно назвать пейзажем настроения, и тогда, в свою очередь, это было бы сочинение, рассуждение, направленное на понимание чего, почему же, да, картина так называется, и мы приводили бы доказательства на основе содержания картины, почему эта картина называется именно так, а не по-другому. Или, да, то есть мы бы могли бы выйти на тему сочинения «Как красиво золотая осень», да, и в скобочках определиться с тем, что мы будем говорить о красоте золотой осени, только на примере картины Остроухова «Золотая осень». Таким образом, что получается? Что для того, чтобы, собственно, да, сочинение получилось, и сочинение получилось у детей, и сочинение правильно было оценено бы нами, как преподавателями, да, и для того, чтобы к нам не могли предъявить претензии, да, в свою очередь важно что? Прежде всего, отработка тех умений, которые дадут возможность выйти детям на то, как пишется сочинение. Да? А поэтому, в свою очередь, на протяжении долгого времени, да, и посредством периода обучения грамоте, и на уроках русского языка и литературного чтения мы формируем те умения, которые дальше станут основой для создания текста сочинения. Если вот те умения, которые представлены сейчас на слайде, на доске, не будут сформированы у детей, то тогда, в свою очередь, говорить о том, что ребенок напишет сочинение легко и будет понимать, да, что, как должен написать сочинение он, не представляется возможным. Поэтому мы прежде всего, да, отрабатываем понятие, что такое текст, и каковы отличительные особенности текста, да? Как строится текст, как отбирается материал для создания любого текста и даже вот простого самого высказывания. В свою очередь, это умение определять тему, а значит, в свою очередь, отбирать материал в соответствии с темой, и мы увидим огромное количество заданий в учебниках Школы России и в учебниках «Перспективы», которые будут направлены напрямую на то, чтобы научить ребенка отбирать материал в соответствии с темой.
Например, да, найдите те слова, которые соотносятся с темой осень. Солнце, сосульки, ледоход, наводнение. А все ли слова, которые представлены вот сейчас, здесь и сейчас, будут соотноситься с темой осень? Нет, да, с темой весна, да. А в свою очередь и с темой осень, и с темой весна, какие слова будут общие? В свою очередь, это умение озаглавливать. И умение озаглавливать – это одна, опять же, из самых главных проблем, которая на сегодняшний день стоит. Поэтому, да, на что хочу обратить внимание, если мы говорим о том, что заголовок есть входная дверь в любой текст, то, в свою очередь, мы изначально, начиная с первого класса, учим детей сначала озаглавливать текст в соответствии с темой, а отсюда, соответственно, мы будем все время говорить, а какова, о чем ты прочитал, или о чем ты рассказал, или о чем ты будешь рассказывать, да? А тогда, в свою очередь, это и будет предметом того, что будет отбираться для создания высказывания. Если я хочу рассказать о том, какую книгу я прочитал, то тогда, в свою очередь, и материал, который будет представлен как материал для создания дальше устного высказывания или письменного высказывания сочинения, он будет связан с чем? С книгой, да? А значит, в свою очередь, это что будет? Что это за книга? Какое содержание книги? Какие я испытываю чувства по отношению к этой книге, да? Нравится это мне книга или нет? Что бы я хотел посоветовать по отношению вот к прочитанной книге? Или, да, если тогда, в свою очередь, да, и заголовок будет связан с тем, о чем я буду говорить. О книге, да? Или книга, прочитанная мной, да? Или удивительная книга, книга, которая мне понравилась. Если мы будем говорить об осени, да, то тогда, в свою очередь, мы должны будем опять же отобрать материал, связанный с темой осень, и заголовок будет полностью отражать тему. Осень, об осени, осенью. Но опять же, сочинение не может держаться только на теме. И мы потом посмотрим варианты сочинений, где, соответственно, опять же, будет нарушение развития темы. Да? Потому что, опять же, в любом сочинении об осени мы можем рассказывать все. И о том, что происходит в природе осенью, и о том, что как бы происходит с людьми осенью, и о том, какие мы испытываем эмоции и чувства по отношению к осени. Но все держится на чем? На главной мысли, и главной мысли высказывания, и главной мысли текста. Поэтому, в свою очередь, что я хочу главное сказать об осени? Осень – мое любимое время года? И тогда это будет текст об осени, но отбор материала будет напрямую связан прежде всего с тем, почему же осень – мое любимое время года. Я буду говорить о том, как красиво весной, да? Но тогда, в свою очередь, все, что я буду говорить о весне, но все это будет соотноситься с главной мыслью, как красиво весной, да, и почему же все-таки весной красиво. Книга, которая меня заинтересовала, тогда, в свою очередь, я буду приводить те примеры, которые будут показывать, что это действительно интересная для меня книга и почему она интересная. И заголовок должен будет отражать либо тему, либо главную мысль. И по сути этому мы и учим детей на протяжении всех 4 лет обучения. Главная мысль, и тогда, в свою очередь, в соответствии с темой и с главной мыслью происходит что? Отбор содержания. В рамках работы над темой, над сочинением, может быть проведена некая корректировка. То есть мы решили, что мы будем писать сочинение об этом, но по ходу работы мы уточнили, что не это будет главное, да, и тогда, в свою очередь, да, мы должны будем отобрать тот материал, который позволит нам скорректировать тему, да, и представить ее в другом плане.
В свою очередь, опять же, все, что я говорю, связано прежде всего с чем? С планируемыми результатами обучения. И на сегодняшний день они отражаются в основной образовательной программе начального общего образования. Это протокол номер 1/15 от 8 апреля 2015 года. И в свою очередь, в дальнейшем, вероятно, это будет отражено и в федеральном государственном образовательном стандарте обновленном, да, который был утвержден Министерством образования 21 марта 2018 года. Но пока еще находится в стадии утверждения, поэтому мы не можем ориентироваться на этот документ как официальный документ. Так вот, на что мне хочется обратить ваше внимание. Чему мы должны научить в начальной школе в обязательном порядке? Что будет с нас обязательно спрашиваться, да, что будет подлежать оценке нашей, да, не то, как дети сочинение, потому что, в свою очередь, сочинение, опять же, мы не можем оценить как контрольную работу в начальной школе. Ребенок вправе и не написать сочинение, потому что это работа творческая, самостоятельная, работа достаточно высокого уровня. Тем более, да, что в начальной школе не проверяется в соответствии с основной образовательной программой сочинение детей. Тогда что же мы должны научить делать? А мы должны научить анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом. То есть чему мы должны научить детей? Мы должны научить детей определять последовательность своих действий при написании сочинений. То есть понимать, да, если мне задано сочинение по картине Остроухова «Золотая осень», понимать, в какой последовательности я буду действовать, какие шаги я должен буду осуществить, чтобы выйти на этот самый результат обучения. Ну и в свою очередь, да, получится у меня сочинение или не получится, да, я смогу оценить, да, потому что я понимаю, как в дальнейшем я должен буду провести редактирование текста. Потому что умение редактировать текст, да, анализировать, корректировать текст, это еще одно умение, которое должно быть сформировано у детей в начальной школе. Ну и в свою очередь, опять же, да, хочется обратить внимание на что? На то, что все те умения, о которых я сказала, умение определять тему и главную мысль, умение озаглавливать, умение отбирать материал в соответствии с темой и с главной мыслью заложен еще в период обучения грамоте, и вы видите, что это азбука Горецкого. Да, опять же, очень часто говорят о том, что азбука достаточно репродуктивна. Нет, она не может быть репродуктивна по той простой причине, что в свою очередь в ней заложены те знания и умения, да, которые потом будут формироваться и раскрываться в рамках курса русского языка, в рамках урока русского языка или в рамках урока литературного чтения. Посмотрите, буквально четвертый урок по данной страничке «Сюжетная картинка». Ведь мы прежде всего учим в первом классе создавать устное сообщение по сюжетной картинке. Это прообраз будущего, да, вот, сочинения письменного, сочинения по картине. Но в свою очередь для того, чтобы сочинение было написано, мы должны будем, опять же, выйти на что? На понимание того, да, что такое тема, о ком или о чем идет речь на этой картинке, да, и тогда, в свою очередь, что мы можем сказать, да, кто будут эти главные действующие лица, да, и буквально мы можем, опять же, прописать тех героев картинки, которые будут представлены. Кто это? Папа, мама, бабушка, дедушка, внук, внучка, сын, дочка, да? То есть и тогда, в свою очередь, как назвать одним словом их всех, да? Это семья, да? А можно ли картинку назвать дружная семья, да? Можно. Почему? Потому что все вместе собрались, поддерживают друг друга и так далее, да? И тогда, опять же, встает вопрос о создании первого, да, устного сочинения буквально на четвертом уроке периода обучения грамоте, да, в начальной школе, потому что мы прежде всего говорим об формировании умения писать сочинения в начальной школе, да, потому что требования к сочинению в основной школе будут совершенно другими. Но
понимать, да, что закладывается как основа, да, в начальной школе, это важно, конечно, и для представителей основной школы, да, для того, чтобы понимать, в чем же тогда будет заключаться преемственность требований начальной и основной школы. И тогда, да, в свою очередь, опять же, встает вопрос о чем? О понимании того, как мы должны будем выстроить работу по созданию текста. И вот здесь на слайде, по сути, и представлена вся система работы по созданию текста. Тогда, в свою очередь, посмотрите другой вопрос. И это тоже еще азбука, но уже идет достаточно серьезная пропедевтическая работа. Вот он, отбор слов, да, то есть когда мы должны будем сначала прочитать слова, представленные на страничке, и таких заданий в азбуке Горецкого будет много, потому что в дальнейшем все эти задания будут рассматриваться и в курсе русского языка и литературного чтения. А затем на основе вот этого приема будут создаваться сочинения в начальной школе на уроках русского языка и литературного чтения. Молоко, масло, кот, сумка, сосиски, мама. Определим, кто же будут героями нашего рассказа, да? Кот и мама. Тогда, в свою очередь, что же могло произойти, если у нас молоко, масло, сумка, сосиски, да? Предположим, о чем пойдет речь, что может случиться с мамой, да? То есть мама, вероятно, пришла с сумкой из магазина. Что может произойти с котом, да? Что может проделать кот, да, и как, собственно, дальше это могут развиваться эти действия. Кот может радостно встречать маму, да, ну, наконец-то ты пришла, как здорово, да, люблю тебя, ждал так тебя. Он может ластиться около ног мамы, да, он может лизнуть, да, пройтись, повертеть хвостом, но в свою очередь, посмотрите, ведь сочинение или устное сообщение здесь определено. Мы должны будем не просто, да, придумать рассказ, а мы должны будем придумать веселый рассказ про кота. И тогда, в свою очередь, опять же уходит что? Вот то, что в рассказе будет событие какое, да, что кот радостно встретил маму из магазина. Тогда, да, что может вызвать улыбку, смех, да? Как кот незаметно стащил сосиски, да? Или как кот незаметно, да, попытался присвоить себе молочко или масло, да? Но тогда, в свою очередь, да, ситуация должна разворачиваться таким образом, чтобы это было весело и смешно. А почему весело и смешно? Не потому, что кот стащил сосиски, а потому, что в этой семье все любят этого кота. И это важно, конечно. Да? И отсюда, соответственно, да, то есть если это отрабатывается еще в период обучения грамоте, да, и мы понимаем, что дети на основе данных слов определяют тему, что речь пойдет о маме и коте, что они определяют, что же самое главное должны мы будем рассказать, да, веселый какой-то случай, произошедший с котом, да, случай, который вызвал улыбку, да, смех. И в свою очередь в дальнейшем мы должны будем на основании этих слов построить предложение и словосочетание, а затем, собственно говоря, текст и рассказ. Посмотрите, опять же, точно такие же задания представлены в содержании учебника. И опять это те подготовительные задания, которые готовят ребенка к сочинению. Не просто, да, в упражнении номер 3 прочитай слова, представь, а дальше, да, отбери те слова, которые будут связаны с какой темой? С темой весна. Солнце? Да. Снежинки? Нет. Сосульки? Да. Сугроб? Нет. Ручьи? Да. Ромашка? Нет. Скворцы? Да. И так далее. Да? Потому что на основании этих слов дальше мы будем, отражая тему сочинения, определять, что же мы должны будем рассказать о весне. Как здорово, как радостно, что весна пришла. Да? Или весна... Начало весны, да, начало весны, и тогда, в свою очередь, чувства, которые мы испытываем. И здесь то же самое, да, на страничке рабочей тетради Валентины Павловны Канакиной.
мы должны будем, опять же, да, выйти на то же самое, на понимание темы и на понимание главной мысли. Посмотрите, опять же, в начальной школе для того, чтобы детям было легко писать сочинения, да, и понимать, как они это делают, необходимо достаточно много проводить такой работы, как работа по редактированию текста, как работа, которая будет связана с чем? С пониманием того, что в тексте должно будет остаться, и что мы совершенно точно должны будем исключить из этого текста. Вот опять же, да, детское сочинение ученика второго класса, и вы знаете, что такие сочинения есть и в курсе русского языка и литературного чтения. Это сочинение о любимом животном, да, и здесь это попугай Гриша. 29 октября мама купила попугая. Он был белый, с голубой грудкой. Сначала мы посадили его в фанерный ящик, загородили решеткой. На следующий день мы поехали на птичий рынок за клеткой, но он был закрыт. Мы долго не могли купить клетку. Наконец мы ее купили. Наш Гриша любит летать и ходить по полу. Ну вот традиционное сочинение, да, и чаще всего, опять же, за это сочинение многие учителя, если бы дети еще не допустили ошибок, поставили бы бальную отметку 5. Возможно ли здесь поставить бальную отметку 5 не за орфографическую грамотность, а за речевое содержание? Конечно, нет. Потому что анализировать этот текст с точки содержание, да, в соответствии с темой, с главной мыслью, да, то тогда, в свою очередь, что же у нас получится? Ну, давайте сначала попробуем определиться с темой. О чем это сочинение или о ком это сочинение? Название говорит, что это сочинение о попугае Грише, да, то есть речь пойдет о попугае Грише, да, тогда, в свою очередь, и все сочинение должно быть совершенно точно о попугае Грише. Найдем те предложения, которые будут отражать тему. 29 октября мама купила попугая. Он был белый с голубой грудкой. Наш Гриша любит летать и ходить по полу. Все остальное относится к теме попугая? Нет. Это относится к другим темам, да, к теме, как мы ходили на птичий рынок, да, или к теме, какую замечательную клетку мы выбрали, да, но никак не к теме о попугае Грише, а птицы, да. В свою очередь, опять же, есть ли здесь какая-то главная мысль, которая в тексте сочинения отражается? Опять же, конечно, нет, да. Потому что опять главная мысль будет соотноситься с чем? С пониманием того, о чем я хочу рассказать. Я хочу рассказать о попугае Грише. Тогда что самое главное я должен буду рассказать? Какой Гриша красивый попугай? Тогда, в свою очередь, это одно лишь предложение из всего текста. Он был белый с голубой грудкой. Или как интересно наблюдать за попугаем, да? Тогда это наш Гриша любит летать и ходить по полу. А если Гриша мой настоящий друг, то здесь нет ни одного предложения, которое соотносится с этой темой и главной мыслью. Поэтому, в свою очередь, отбор содержания дальнейшего должен быть связан с чем? С пониманием того, о чем я хочу или о ком я хочу рассказать, и что именно, что главное я должен буду рассказать. И тогда, опять же, что должен предложить учитель для того, чтобы ребенок понимал, и для того, чтобы сочинение было ему писать легко. Он должен будет проанализировать те слова, которые представлены на доске, потому что вряд ли ребята смогут самостоятельно подобрать много слов и проанализировать их на предмет того, что эти слова соотносятся с темой и с главной мыслью. Глаза как бусинки. Да? Да. Если это соотносится с темой о попугае Грише, и если это соотносится
с главной мыслью, как красив попугай. Да? Хвост пестрый, разноцветный, удивительно красивый. Да? Это соотносится с темой и главным «да». Да? И вот тогда, в свою очередь, мы данные слова или словосочетания дополняем до предложения и создаем текст, а дальше повторно редактируем этот текст. Прошу обратить внимание вот на этот слайд. Фактически на этом слайде представлено все содержание работы по развитию умения писать сочинение. По сути, это то, что пишет учитель ребенку, если, в свою очередь, на достаточно ранних этапах предложил ребенку написать сочинение самостоятельно. Да, сочинение не будет сочинением, и тогда для того, чтобы оно стало сочинением, должна быть проведена достаточно большая работа. И еще один момент, на который также хочу обратить ваше внимание, что чаще всего всю работу над ошибками учителя водят как и когда, над орфографическими ошибками, но не над ошибками, связанными с речевым содержанием, связанными с самим сочинением. Поэтому вот здесь, по сути, представлена вся система работы учителя по развитию умения писать сочинение для того, чтобы, да, было ребенку действительно легко писать сочинение. О чем ты хотел рассказать? О попугае Грише? О поездке на птичий рынок? О клетке? Подчеркни. Укажи предложение, где выражена эта мысль. Что самое главное ты хотел рассказать в своей работе? Какой красивый попугай, как интересно мне с ним, скучать он не дает. Интересная была поездка на птичий рынок, сколько я всего увидел. Подчеркни предложение, которое соответствует главной мысли. А теперь отбери те слова и словосочетания, которые могут тебе понадобиться в твоем новом сочинении. Аккуратная головка, маленькие симпатичные лапки, пытается разговаривать, быстро перелетает от меня к маме, ждет у двери. Дополни слова и словосочетания до предложения, запиши заголовок своего нового текста, запиши первое предложение, определяющее главную мысль, запиши предложения, которые будут отражать тему и главную мысль твоего нового текста. А теперь перечитай еще раз. Есть ли логика в твоем изложении? Определи порядок предложений с помощью цифр. Проверь, правильно ли выстроен текст. Вот она, система работы, которая позволит ребенку выйти на самостоятельное написание сочинения и на понимание того, как должна строиться вся работа с текстом. Это учебник Канакиной, да, русский язык, 4 класс. Посмотрите, представлены темы сочинений. Для того, чтобы эти сочинения были реализованы в жизни, что должны сделать дети? По сути дела, понимать, да, что они должны будут сделать для того, чтобы сочинение появилось. И вот здесь, по сути, представлен вариант работы над одной из тем, как красивая осенняя березка. О чем пойдет речь? О березке. Что самое главное мы должны будем сказать? Как она красива. Тогда как красивая осенняя березка. Что отражает этот заголовок? Тему или главную мысль? Главную мысль. Тогда, в свою очередь, что это будет за текст, описание? А если описание, то тогда чего в этом тексте будет много? Да? Различных средств художественной выразительности, эпитетов, сравнений, олицетворений, которые покажут именно красоту березки. Или же, да, это будет текст повествования, рассуждения, да, скорее всего, описание. Тогда это будет какой вид текста? Учебный, художественный или научно-познавательный? Художественный. Рассказ или сказка? Ни то, ни другое. Да, эссе, этюд. Попробуем отобрать возможные словосочетания. И начинаем работу, связанную с редактированием текста. Редактирование текста позволяет ребенку в дальнейшем самостоятельно создать текст и понимать, как строится текст. И вот тогда ребенку действительно легко писать сочинение. Как красивая осенняя березка. Найдем те предложения, которые будут соответствовать заявленной теме. Все ли они будут соответствовать? Да, все. Потому что в этих предложениях везде идет речь о березке. А все ли предложения будут соответствовать главной мысли? Нет. А какие? Необыкновенно красивая осенняя березка. Березка нарядилась желтенький резной сарафанчик. Девушка-красавица.
любуемся мы ею, глаз невозможно оторвать. А теперь проанализируем этот текст не в соответствии с темой и с главной мыслью, а проанализируем этот текст в соответствии с типом текста описания. А тип текста описания отвечает на вопрос «какой?». Тогда что получается? Что нет здесь описания березки. Для того, чтобы текст получился и соответствовал заявленным требованиям, мы должны будем совершенно определенно найти те слова и выражения, которые смогут нам помочь описать березку. Ну и в свою очередь обращаю ваше внимание на... освещение учлит. И на сегодняшний день представлено для всех четырех классов. Первый, второй, третий и четвертый. Как вы видите, эта тетрадь прежде всего соотносится с учебным предметом литературное чтение, но в свою очередь оно совершенно определенно рассматривается и на основе урока русского языка. Почему? Потому что выходит на те же самые планируемые результаты, которые представлены в основной образовательной программе по русскому языку и литературному чтению. Очень быстро, какие темы представлены в первом, во втором, третьем и четвертом классе? Это те темы, которые соотносятся с чем? С содержанием учебника литературного чтения. Если в учебнике определено в первом классе, что мы должны будем выйти на умение создавать сначала устные тексты, потом письменные тексты, то вот это все и будет отрабатываться в учебном пособии развития речи первый класс. Учимся рассказывать о букве, учимся рассказывать о любимом животном. В свою очередь, темы второго класса, они полностью совпадают с планируемыми результатами литературного чтения русского языка учебно-методического комплекта «Канакины». Учимся рассказывать о предмете, учимся рассказывать о герое сказки, составлять текст описания, рассказ пословицы, текст обращения и так далее. Третий класс. Вы опять же видите, что полностью содержание третьего класса соотносится с планируемыми результатами русского языка и литературного чтения. И четвертый класс аналогично соотносится с теми результатами, которые представлены в курсе русского языка и литературного чтения. И здесь, посмотрите, появляются другие сочинения, которые учится писать ребенок. Учимся писать сочинения по картине, учимся создавать юмористическое произведение, учимся творческому пересказу. В свою очередь представлю примеры из тетради для того, чтобы понятно было, что заложено в этих тетрадях. Первый класс. Развитие речи, что отрабатывается как обязательный планируемый результат, это умение рассказывать сказку по иллюстрации. Вы видите, что здесь представлена сказка Владимира Сутеева «Под грибом». И в свою очередь очень часто задается вопрос, можно ли эти пособия использовать при работе по другим учебно-методическим комплектам. Можно, потому что авторы и издательства сделали все возможное для того, чтобы тетради при своем полностью прикрепленности к учебно-методическому комплекту «Школы России» были автономны. И вы видите, что все содержание сказки, оно представлено в самом учебном пособии, и искать не надо. Но тогда, в свою очередь, если мы научились рассказывать сказку по серии иллюстраций, теперь мы, возможно, да, научимся сочинять цепочную сказку, потому что один из планируемых результатов по литературному чтению – это планируемый результат, который связан с созданием сказки, с умением сочинять сказку. С чего начинаем сочинять сказку? С цепочных сказок. И тогда, прежде всего, мы рассматриваем цепочные сказки, которые представлены в учебнике, анализируем эту сказку, понимаем, да, что в этой сказке есть определенная логика, структура. Смотрим на новую сказку, да, которая вводится параллельно. Это сказка про мышку-нарышку Владимира Даля. И в свою очередь учимся сочинять самостоятельно сказки, цепочные сказки. И тогда для тех, кто не может
сам самостоятельно это сделать, предлагается что? Прочитать слова, проверить, все ли жилища подходят для героев, переставить местами слова, если это нужно. Клумба, незабудка, ромашка, астра, роза, репей, колокольчик, муравей, божья коровка, майский жук, кузнечик, крот, кухонный шкаф, огурец, лук, картофель, помидор, тыква, корзина, чашка, блюдце, тарелка, супница и чайник. И мы понимаем прекрасно, что в свою очередь именно эти герои будут героями, да, вот той сказки, которую дети будут создавать. И еще один момент. Мы же все с вами прекрасно понимаем, что дети в первом классе сказку не напишут. И от них это и не требуется. Да? Самое главное – понимание того, как они это сделают. Да? Поэтому что мы? Мы выбираем понравившуюся группу персонажей и записываем название сказки, да, которую будем рассказывать в классе. Возможно, выбираем свое жилище, свое место действия. Что может сделать ребенок в первом классе? Нарисовать. Поэтому ему и предстоит нарисовать рисунок. Очень быстро, так как время у нас уже фактически подходит к концу, посмотрим, что же во втором классе. Это умение составлять рассказ теперь уже по сюжетным рисункам. Не по серии рисунков, а по сюжетным рисункам. И посмотрите, здесь же вводится понятие памятки, да, как я буду строить рассказ по сюжетным рисункам. И здесь же, да, опять же, мы не можем не выйти на отбор материалов в соответствии с представленными иллюстрациями. Третий класс. В третьем классе мы учимся составлять тексты разных типов описания рассуждения. И здесь предлагается составить текст описания рассуждения на основе произведения Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка», «Сказка про храброго зайца», «Длинные уши», «Косые глаза», «Короткий хвост». Тогда, в свою очередь, отбор материала, который представлен, позволит написать текст описания и текст рассуждения. И вот он, четвертый класс. Это учимся отбирать информацию для создания научно-познавательного текста, потому что, в свою очередь, встает вопрос о чем? О понимании того, как ребенок должен будет создать устное сообщение о писателе или поэте. Самостоятельно. А для этого самостоятельно отобрать материал. Ну и весь материал представлен в содержании, да, и тогда, в свою очередь, на основании того, что представлено в учебном пособии, да, ребенок создает материал. Кроме того, здесь есть материалы, связанные с оценкой. Посмотрите, ведь устное сообщение – это тоже сочинение. Перечитай материалы, которые тебе удалось собрать для текста. Проверь, соответствуют теме, да, нет. Если требуется, внеси изменения, исключи предложения, не соответствующие теме. Соответствуют главной мысли? Да, нет. Если требуется, внеси изменения, предложения, не соответствующие главной мысли. Учитываются ли особенности научно-познавательного текста? Да, нет. Если требуется, переформулируй предложение, исключи лишнее, теперь перечитай еще раз и запиши получившийся текст. И это будет текст, который действительно станет личным сообщением, личным устным сообщением ребенка. И в свою очередь, это, по сути дела, да, вариант сочинения, который он учится писать. Где можно использовать? Ну, во-первых, я сказала, что все, что заложено в этих тетрадках, оно полностью соотносится с чем? С учебником. И представлено как разработанные, да, вот материалы к страничкам учебника. Тема урока в учебнике – сравнение сказки «Чарушин теремок», «Русская народная сказка», «Рукавичка». Что мы предлагаем? В пособии учимся сравнивать сказки, составлять цепочную сказку. Развитие речи, второй класс. Тема урока в учебнике, о братьях наших меньших, работа с выставкой книг на тему. И в свою очередь одно из заданий – это написание отзыва на книгу. Поэтому, да, учимся писать отзыв на книгу может стать отдельным уроком в рамках урока по изучению данной темы, по изучению работы с произведениями. Знакомство с автором книги Чуковского, учимся рассказывать о писателе, и тогда, в свою очередь, это может стать предметом работы по подготовке устного сообщения. Ну, покажу пример, да, одного сочинения. Вы знаете, что наиболее трудное сочинение – это написание сочинения на основе
литературного произведения. И в начальной школе мы фактически, да, никогда не писали такие сочинения. Поэтому мы должны были в пособие, да, так как в планируемых результатах рассматривается этот вопрос, написать сочинение на основе литературного произведения, включить это тоже. Посмотрите, с чего начинается. С умения определять тему произведения, тему прочитанного произведения на уроке, это сказка о потерянном времени Шварца. Необходимо найти те предложения, в которых выражена главная мысль, и найти их в тексте. И вот здесь фрагмент текста, который позволяет сказать, что главное – человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. Тогда требуется объяснить смысл названия этого произведения «Сказка о потерянном времени», да, и попробовать предположить, какой же автор считает время потерянным. Вроде общая подготовка к сочинению прошла. Мы определили тему произведения, на основе которого будем писать. Мы определили главную мысль произведения. Мы поработали со смыслом заголовка. Но помним, что это еще не тема сочинения, да, и не тема той работы, которую мы будем писать. Посмотрите, вот здесь сформулирована та тема, которая должна быть освоена ребенком. Напиши сочинение, рассуждение на тему, почему нельзя терять время. Помни, что рассуждение используется тогда, когда тебя интересуют вопросы, почему, зачем, от чего, когда ты хочешь что-то объяснить или доказать. И здесь же помните, в планируемых результатах важным будет являться что? Понимание алгоритма действий по написанию сочинения. Поэтому вот он, алгоритм действий, с которым работают ребята для понимания того, да, как, какие действия они должны будут выполнить, да, для того, чтобы сочинение было написано и для того, чтобы выйти на эти результаты. В свою очередь, опять же, да, дальше начинается сам план работы над сочинением. И так как для некоторых детей тезис составить даже в четвертом классе достаточно трудно, то в свою очередь обращаю ваше внимание, что здесь же представлены тезисы, которые могут войти как часть детского сочинения для тех детей, для которых это действительно сложно. Приведу пример одного тезиса, да, который представлен Аней А. Я прочитала произведение Шварца «Сказка о потерянном времени». В ней рассказывается о том, как дети не ценили время и чем все это закончилось. Теперь я понимаю, что время нужно ценить, потому что оно никогда больше не вернется. Можно сформулировать и самостоятельный тезис к тому сочинению, которое будем писать. Дальше перечитываем сказку. И вот здесь есть фрагменты сказок, на которые должны будем обратить внимание. Из каждого фрагмента мы должны будем выбрать материал, который дальше войдет в основу сочинения. Найти в тексте, как тратил свое время Петя Зубов, подчеркнуть красным карандашом, записать кратко. А это уже то, что отрабатывается ранее, приемы краткого пересказа. Найти в тексте, о чем задумался Петя, когда стал стариком, подчеркнуть синим карандашом, как ты это понимаешь, запиши кратко. Найти в тексте, какими Петя увидел Марусю, Надю и Васю, подчеркнуть зеленым карандашом и написать, на что они тратили свое собственное время. И вот теперь, да, что требуется? Как ты думаешь, да, какие важные и полезные дела можно было успеть сделать за это время? И необходимо продолжить фразу. Таким образом, что получается? Что, в принципе, сочинение готово. Необходимо отразить, да, главную мысль того тезиса, да, который мы вначале рассматривали. И это помогут нам сделать пословицы. Мы перечитаем эти пословицы, определимся, сделаем вывод, введя слова «ведь», «вот поэтому», «следовательно» и «так», и напишем сочинение рассуждения на тему «почему нельзя тратить время». Таким образом, да, эти тетрадки помогают сделать что? Провести полную работу, связанную с написанием сочинения. Обращаю ваше внимание, что все, что интересное происходит в издательстве «Просвещение», все те новые книги, которые выходят, мы можем рассматривать
через различные социальные сети, потому что издательство «Просвещение» представлено в различных социальных сетях. И на сегодняшний день все пособия издательства «Просвещение» можно купить через интернет-магазин. И в свою очередь этот сайт этого интернет-магазина представлен на слайде. Теперь, так как у меня осталось совсем немножечко времени, вы задавали мне вопросы, то я сначала обращусь к вопросам. В первую очередь, да, могу сказать про методические пособия, если они к этим тетрадям. В этих тетрадях заложено изначально, да, во вводной, в пояснительной записке, как их можно использовать, где их можно использовать. И в свою очередь методические рекомендации не требуются, потому что представлена система работы пошаговая, да, что учителю необходимо озвучить. Но и в свою очередь я еще раз говорю, что так как эти пособия можно использовать в рамках урока, то, соответственно, учитель использует в рамках урока на основе того содержания, да, которое представлено в учебнике. Умение определять тему и главную мысль текста дается с трудом. Да, в свою очередь, для того, чтобы дети писали сочинения, есть отдельные разделы прямо в этих пособиях и в этих тетрадках, да, которые так и называются. Учимся определять тему стихотворения, учимся определять тему рассказа, учимся определять тему басни, тему былины и так далее. И даны практические приемы по определению темы и главной мысли. Их много, да? И в свою очередь они все отражаются вот в данных методических пособиях. Опять же, как правильно организовать работу, чтобы за урок успеть выслушать в первом классе? Опять же, не обязательно выслушивать как бы всех 30 человек, если это устное сочинение. Можно использовать приемы групповой работы. В чем они будут заключаться? Когда мы можем предложить детям сделать что? Мы можем предложить разбиться на группы, определить на основе оценочного листа, как должна будет идти оценка результатов работы, и в свою очередь каждый рассказывающий в группе, да, оценивается. Дальше на основе оценки группы мы можем определиться с тем, как же, кого же мы будем выслушивать, собственно говоря, уже в классе. Ну и вопросы, я так поняла, закончились. Я очень спешила. Ну вот здесь вот вопрос, как вы организуете анализ сочинений, работу над ошибками, еще раз про оценивание. Да, в обязательном порядке работа над ошибками, анализ сочинений идет после проведенного сочинения. В первую очередь это работа над речевыми ошибками. Пример работы над сочинением я показала, и даже на одном из слайдов презентации есть материал, который позволит организовать работу по исправлению ошибок, по корректировке ошибок. Спасибо вам большое, спасибо вам большое, успешного вам проведения отпуска, до свидания.